Но основное мое занятие, соответственно, обучение в университете, также работу по совместительству на скорой медицинской помощи. Ну и, соответственно, в свободное время от учебы занимаюсь инновационной и изобретательской деятельностью, вот, в том числе в медицинском направлении. А расскажите о своих наработках. С моим научным руководителем, с Морозовым Артемом Михайловичем, хирургом, мы придумали, скажем так, модернизировали несколько хирургических инструментариев, которые в дальнейшем могут применяться в хирургической практике. Модернизировали в том плане, что они, улучшили их свойства, улучшили их функционал, вот, при этом их стоимость осталась приемлемой, скажем так, для массового производства. А что это за инструментарий? Ну, инструментариев целая линейка, около 7 инструментов. К сожалению, в подробностях я о них рассказывать не могу, но могу сказать, что они позволят качественно и количественно улучшить работу хирургов в будущем. Я надеюсь, что это получится. А это хирургия какой вообще, в принципе, направленности или это какой-то универсальный инструмент? Это именно хирургия общей направленности, то есть инструменты, которые, в общем-то, используются в наборах, во всех хирургических наборах, почти во всех направлениях. А как вам пришла такая идея, вот как-то их усовершенствовать? Идея сначала пришла моему научному руководителю, потом, соответственно, и мне тоже, мы с ним совершенствовали. Просто наблюдая за работой хирургов, наблюдая, где там, допустим, хирург скажет, что так-то ему, допустим, неудобно там инструмент заносить или им неудобно работать. Мы это рассматривали, эти нюансы, и, соответственно, старались доработать инструмент так, чтобы это было и удобно, и практично, технологично. В практике будут такие инструменты появляться и тогда? На данный момент пока мы сделали только разработки, наработки, то есть сделали сначала пластиковые модели, в том числе сейчас уже металлические модели, но пока, к сожалению, речь о массовом производстве не идет, мы пока их испытываем полностью функционал, насколько они понравятся хирургам, насколько понравятся врачам, и вот после этого, возможно, мы уже будем думать о более расширенном массовом производстве.